Вообще ходить без шлема. Манго. Так. Сегодня я планировал сделать печенье. Сразу 8. Ребят, я сделал печенье. Я только... Я его сейчас не хочу есть. Ладно. Ну ты был. Так. Так. Сегодня я планировал достроить дом и... Посмотреть, что там хранилось. Я поставлю икону. Это большая серия. Где просто там есть микроэдра. Мои дом. И да, это больше. Это больше шерсти, если будет все на голову. И да, я использую экран уже. То есть не нажимается кнопка. Я не знаю, как решить эту проблему. Не нажимается кнопка. Пишите в комментариях, что делать, если эта кнопка не нажимается. Сделаю еще. Не знаю, что еще поставить с этой штуки. Ладно. Даже перед началом летсплея. О, вот. Да, ребят. У меня в доме брат сидит. Очень маленький, так что... Извиняйте меня за странные звуки. Интересно, а я получу... Я
Я понимаю. Да я... Да где вы, когда мы поняли, что ты... Столько ты будешь, что я не занимал. А у меня что, он не приводится? Это не дали бы. Странно. Вы это видели, ребят? Огромно. Какие пальмы? Я, если честно, не знаю уже где этот пальм, пока не то, что будем искать. Надо пожарить тебе. Мясо. Так. О, мне на кожаный броник пришел. Что еще там нужно? Вакс. Нужно сделать жилет, который мне позволил не тонуть. А, ребята, ну, нитки я потом добуду. И сделаю этот череп. Ну, реально потом. Это нет, я сделаю этот череп. Потом беру нет, я сделаю этот череп. Перчатка. Щеточка, паста. Так, порыбачу еще немного. И да, запись будет длиться где-то 20 минут. Окей. Хоть с чем-то, потому что я не хочу долго снимать, потому что, ну, вторая серия моего плея грузилась очень долго. Вы не представляете, как долго. И дальше она не перестала грузиться. Я испугался и решил просто, ну да, я добавил в плейлист и, наверное, полностью в этом вы скоро заметили. Какое-то видео, которое мы вторую серию только... Воу! Я замолчал, потому что я не мог делать и говорить. Ну да, странные звуки. Вот это как есть. Так что не ставьте дизлайки за такие странные звуки, которые не забывают. Помните, я говорил, что я из тех, кто не любит свои ноги. Лишнее, но похоже, что я заболтался. Слишком много подобрать. И, наверное, вы слышите эти
люди, которые ужасно меня бесят. Но я их разделил и просто могу терпеть это долго. Но не скажу, что у меня было и не было. И да. Я пересмотрел кучу страшных историй и не испугался. Я подумал, что это такое может быть только сна, который у меня вообще безумный. Ну ладно. Ребят, если вы хотите читать рэп, то только вы не знаете как, я вам расскажу. Не париться с текстом. Короче, ни с чем не париться. Самое главное делать не классный. Самое главное делать. Не париться ни с текстом, не париться с текстом, не париться с музыкой. Все будет окей. Если ты думаешь, что делать, то не знаешь, как это делать, то это что я тебе говорю. Не хочешь с музыкой, не хочешь с текстом, не хочешь с текстом. Улица, мусор, пол, ты успокойся, когда читаешь рэп. Не волнуйся, все будет окей. Если думаешь, что тебя это злой, просто не бойся. Потому что будет меньше. Ты можешь сделать перебег. Только ты перестарайся. Иначе ты не только нет. Ну, это все не стоит. Если ты с ним постарался, то все равно будет. Не будет так. Потому что будет ходить, потому что я не бывает наверное. Ну да, я уже так долго читаю рэп, что из мод вылез. Да. Я только что. Ребята, это так классно, что. Ну сам еще присоединиться к этому. И да, не судите меня строго, потому что я ничего не шучу. Ребят, я потом проверю, что там снизу. Ну, сначала сделаю выпуск, а потом проверю, что там снизу. Ребят, включу 7 минут и все. Так что. Вообще какой-то грызть какие. Так, это как. А я знал, что пригодится. Вот такой. Земля, теперь. Пускаюсь и поставлю на паузу, чтобы не париться. Ребят, я нашел арлимит. Нет, это реально. Теперь буду продолжать копать. Я, кажется, докопал до бедрака. До бедрака. Ну ладно. Ребят. Можете копать под собой. Вот, но может какой-то быть, или потому что поджидать вашу смерть. И это в Майнкрафте. Моя первая руда из Дивайна ТВ. Так. Надеюсь, что в моем доме нет никаких мобов. Если там клипер есть, то я его полезно зарежу и голову. Ну ладно. Так.
Я это хотел поохотиться на пауков. А, вот. Кажется, я слышу. Да вы прикалываетесь там! Ну, быстро! Уже нет, кто не топчили. Вот я. Ребят! Так. 82 факела. Ребят, если вы хотите, то в следующем выпуске на заднем фоне будет играть музыка. А музыка будет называться... Музыка будет называться Little Big Life. А эту музыку уже применял в одном видео, ну и не больше установить. Ну, в следующей серии я поставлю музыку, которая будет называться «Достать до звезд». Акция. Ну, фигу. Я это в монтаже сделаю, чтобы не платиться. Теперь время порыбачить, ну да, тут будет приходить, это что я здесь приходит. Вот! Так, что это такое? Что это такое? Аура нет. А ты стал крафтом. Капец. Что это за штука такая? Ауру нет. Что эта штука делает? Наверное, если я расплюю не то, чтобы это нет, или не подошла, я просто тут подпущу рыбу. Вряд ли рыбу съесть. Ну да, где это рыба? Ну да, ребят. У меня, ну, животные такие, учитель только не 3, даже не 4. Ребят, похоже, выпуск получился короче, чем я хотел. Сейчас поймаю. Ну что ж, ребят. Так, на этом наш выпуск заканчивается, наша серия «История третья» заканчивается. С вами был Стив. Всем добра и всем пока! Пау! Всем печенюшек!